Кубок Казахстана наш. Карагандинская ледовая дружина третий год кряду становится обладателем почетного трофея. В финале «Орлы» одолели своих принципиальных соперников в лице кокшетауского «Орлана». Хоккейное дежавю. Финал между Сары-Аркой и Орланом в последнее время превратился в классику казахстанского хоккея. И в очередной раз шахтерская столица не дает ни единого шанса команде из города Кокшетау. Первый период финального матча Кубка Казахстана заброшенными шайбами болельщиков не порадовал. Моменты были как у одних, так и у других. Но на последнем рубеже безупречно действовали голкиперы обеих команд. Стоит отметить, до начала игры фаворитом по котировкам букмекеров считался именно «Орлан», несмотря на статус чемпиона Сары-Арки. Но во втором периоде «Орлы» доказали обратное и вышли вперед в счете благодаря шайбе Андрея Лагунова. В заключительном третьем периоде матча синегорцы ринулись отыгрываться, однако ничего положительного это не принесло. Наоборот, Сары-Арка развила свой успех, распечатав ворота волков во второй раз. После передачи Захара Пархоменко и Андрея Лагунова шайбу забросил Александр Ананичев, поставив точку финала. А за две минуты до финальной сирены Лагунов отметился дублем, поразив пустые ворота. История казахстанского хоккея обновляется. Теперь у нас есть трехкратный обладатель трофея, коим является карагандинская Сары-Арка. Николай Шевелев, Бекижан Ардакулы, Пятый канал.